Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на эпизод очень специальный Варкапа. С вами сегодня два очень знакомые, известные люди. Вот, люди о нас говорят каждый день. С вами сегодня мировой чемпион Вуди. И самый лучший немец Дональд. Ну, как вы знаете, я немец, мой русский плохо. Но я пытаюсь сегодня все по-русски говорить. Но когда я не знаю, как сказать то, что я хочу сказать, я буду с Вудем говорить по-английски, и он будет вам переводить. Да. Ну, сегодня у нас карта Ника, называется Зергосук. Вуди вам покажет эту карту. Yeah. Показывает, да. Ну, давай. Да, и, в общем-то, Дональд к нам присоединился на Варкап просто только потому, что уважаемые спонсоры, так сказать, появились. Так что, если хотите больше разного контента, тоже поддерживайте. И спасибо спонсорам в лице Прокипопа, Лунтика, Кузлеха и Мразарова. Насколько я помню, надеюсь, не ошибся. Пока что нас 4, но я надеюсь, что вы сможете себе позволить 50 рублей в месяц на поддержку, как минимум, и появится побольше контента. Короче, карта Кумбаран. Плазма у нас только на старте, так что можно считать, что это Rocket Run. Итак, здесь у нас Климп только по одной стене, и дальше у нас идут перекладины, и вся карта вообще в этих перекладинах, и везде можно споткнуться, если я вообще ее пройду. Здесь, по-моему, можно прыгать. Нет, нельзя. Ладно. Я нуб. Здесь мы берем рокет, и никак без рокета, в принципе, не пройти ее, если только... Может быть, мы увидим демки полностью с плазмой. Тогда это определенно будет приз за оригинальность. Ну, да ладно. В общем-то, берем рокет, летим вниз. Здесь у нас небольшие рампочки. Ну и нужно нам идти куда-то наверх. Ниже тут у нас ничего нет. На лампочки можно наступать, так что их тоже можно использовать. Здесь у нас все наверх, наверх, наверх. Здесь наверх, здесь еще какая-то комнатка. А здесь просто обход. Угу. Здесь мы можем зафакапить наш Rocket Jump. Здесь не веб, он клип. Ракета туда пролетает, и это не очень хорошо. Зафакапить. Я. I'll make volume a bit. No, I don't mean. Окей. Дальше. Мы можем пойти куда-то вниз. Здесь у нас рампа, видимо, для CPM, а верхняя дорожка... What? Угу. One way hit. Окей. Да, можем, в общем-то, идти вниз через рампу. Можем пойти здесь, но очевидно, что здесь будет быстрее. Здесь у нас везде телепорты. Здесь очень узкое место, которое надо проходить как-нибудь по-особенному, чтобы не потерять много скорости. Ну и здесь у нас просто финиш. И опять же, все стены вот в этих вот столбиках непонятных, в которые можно запнуться. И внешние стены тоже во всяких углах. И, в общем-то, здесь, грубо говоря, карта про правильные рокет-джампы, насколько я могу судить. Вот такая вот карта. Давай теперь Дональд. Дональд у нас занял первое место. Вот, сначала я делаю ground boost, это да, нормально. Но я нуб. И там я сделаю плазма хоп, потому что если я сделаю плазма хоп здесь, я могу взять ракету и батлсуит. И я еще могу сразу подать. И если я сразу подать,
я сразу падаю. Я с большой скорости могу сделать ramp jump здесь. И нормально, обычно люди используют ракету здесь, чтобы они могут идти отсюда туда. Но посмотрим, что это не надо. И здесь нормальный rocket jump, я одним прыжком иду оттуда сюда. И здесь climb. И этот climb хуйня. Потому что можно одним прыжком, одной ракетой идти туда-сюда. И можно это делать while keeping all speed. Сохраняя всю скорость. Да. И может быть, что другие роты есть, но я не знаю, потому что я задрот, и я выбрал прекрасный rocket jump. И здесь, ну, как Вуди сказал, этот рот быстрее, чем этот рот. Итак, нормальный rocket jump и здесь, там и там на стене. И здесь у меня, я не знаю, 1000 UPS есть. Mm-hmm. Я одним прыжком иду оттуда, туда. И здесь очень узкая курва. И у меня большая скорость. Поэтому мне надо замедлиться, чтобы я могу делать курву прекрасно. И я одним прыжком иду оттуда, сюда. Сюда. И здесь потолок. Mm-hmm. И это проблема, потому что я хочу сразу делать rocket jump, чтобы меня высота. Чтобы я могу делать rocket jump там и взять скорость. Mm-hmm. Но это сложно, потому что потолок есть. Но важно, есть часть платформа, где потолок нет. Mm-hmm. И это очень важно видеть, что, потому что эти детали очень важно, если ты хочешь получить хорошее время. Mm-hmm. Очень хорошее время, если ты хочешь получить первое место, как я сделал. Ну, нормальный rocket jump там и там. И на стену стреляли, и вот я уже на конце. Но я хочу сказать, клиппинг на этой карте ужасно, но это старая карта, бывает. Ник, it happens, I forgive you. Да, простим Ника за old school, так сказать. Да. Да, и вот эти все места, кстати, на полу, это же все тоже можно зацепить, везде можно задеть и зафейлить прыжок. Что? Так что вот эти вот на полу, и ты об них зацеплялся, об эти падики на полу? Здесь? Не, назад иди. Здесь? Еще. Okay. Вот здесь, вот эти, видишь? На полу. Я. Yeah. Да. Did you fail here? Здесь нет. Это очень легко. Если у меня хорошая ракета есть здесь, mm-hmm. Спейсинг то же самое каждый раз. Но очень сложно было этот прыжок. Оттуда сюда, потому что мне нужно замедлиться, когда я стреляю ракетой. И это очень сложно, потому что there's a lot to do. It's multitasking. Понимаешь? Многозадачно. Ну, то есть вам, грубо говоря, нужно отстрелиться ракетой. Замедлиться, но замедлиться не очень много, потому что тогда вы потеряете время.
И еще хорошо повернуть, и повернуть еще настолько хорошо, чтобы не задеть потолок наверху. То есть это в принципе, то есть нужно четко знать, какую скорость вам надо иметь, и сделать по высоте еще хороший rocket jump. Так что, как Дон сказал, мультитаскинг. Можете загуглить это слово. Ну, дословно, многозадачность, то есть очень много от этого rocket jump зависит. Вот, поехали. Посмотрим демки? Да, давай. Начнем с ВК-3, как всегда. Как мы будем все-таки? Мы не решили. Ну, просто давай. Мы скажем, когда мы хотим. Окей. Керф из Чайны. 43.4. Плей. Хороший плазмоклим был, правда остановился. И тут очень долго от стенки отталкивался, там лишние прыжки делал. Ой, здесь упал. И еще упал. Ну, бывает. ВК-3 очень сложно на этой карте, по-моему. Да, здесь очень много поворотов и разных моментов, где надо очень хорошо контролировать себя в воздухе. Да. Поэтому... И, ну, хорошая конца. Да, конца это нормально. Окей. Кузлех, Кутрилекс. 39.4, плей. Остановился. Хороший 2x, сразу залетел. Здесь тоже с первого раза, но не хватило аэроконтроля, ему там врезался. И здесь зафейлил. Да, вот о чем говорил Дональд. Ну, в ВК-3 особенно он мешает, потому что нету аэроконтроля. Да. Окей, на 7 секунд быстрее. Ау-у-ку нубила Ламерика. I don't know what it means. Play. А, Вовка. Ну, здесь Скорди. Хороший 2x. Остановился до Климба, но... хороший ран, по-моему. Ну да, нигде не зацепился. И остановок да. Мало. Неплохо. Да, конец очень хороший. Финишировал прям нормально. Так, 38. Мразаров. Плей. Делает плазмахлоп. Не остановился. И не зацепился. Вот, да. Зафейли немного. И намного еще раз. И еще раз. Но! Все еще хороший ран. Да, начало очень классное, на самом деле. А финиш, может быть, он просто занервничал, что увидел большой плюс. Да. И поэтому немного растерялся и лишних каких-то движений наделал, из-за чего врезался. Вот, за 5 секунд перебил. Руки из России. Да, плей.
А, с одной ракетой Клим получил. Может быть, что на корве он слишком много мелится, но все еще очень классный ран, по-моему. Да, уже много скорости на протяжении всей карты сохранял. Из-за этого такой тайм, такой разрыв, 5 секунд целых, то что просто у него было больше скорости на протяжении всей карты. То есть если в среднем у Мразарова было там около 600-700, то Прокипов там даже до 900 разгонялся. Вот. Так, давай. Третье думаю. Место? Да? Третье место, я не знаю, как сказать его имя. 1488. Вот так, давай. Давай, play. 24.4. Это хороший выкутришник. Я его видел в ДВЦ последний. Mm-hmm. Тоже одной ракетой. Получить клайм. Получает клайм. Зацепился на спину для курвы. Mm-hmm. Но хороший конца, по-моему. Поздравляю тебя за третье место. Да, поздравляем. Так, бридж. 23.6. Второе место. Плей. Очень хороший клайм, очень хороший спейсинг после клаймба. Ну, классный ран. Да, очень, очень даже. Ну, мне кажется, он только потерял на курве очень много. Потому что там в любом случае надо что-то придумывать в ИК-3, особенно потому что нету аэроконтроля. И, собственно, Небула, кажется, что-то придумал, потому что разрыв целых 2 секунды. Плей. Очень классный 2Х. Is it what I said you before? Молодец, не было. Go again, I'll try. Посмотрим на ошибки. Давай еще раз. Play. Демка-то хорошая, но в любом случае, мне кажется, где-то медленно. Ну где? Точно. Может быть, это ракета после клайма? Ну, вроде нет. На курве, после курвы он очень долго как-то готовился к этому рокетджампу. Мне кажется, он там где-то 200-300, может быть, потерял еще. То есть, по идее, можно, мне кажется, сделать... Там же с курвы падаешь вниз, и с платформы, которая выше, мне кажется, можно сделать circle хороший и попробовать заскимить часть потолка. И отстреливаться не от, получается, не от правой стены, а уже от левой. Но, не знаю, ну там это все сложно, конечно. Ну, кажется, что один джамп тоже был слишком поздним. И он потерял немного скорости. Поэтому. Да, ну, в общем, можно лучше. Можно всегда лучше. Старайся лучше, не было. А то как луп. Ну, еще поздравляем. Да. Это было бридж и третье место. И третье место. Да, ну циферки. Это его Иван зовут. Кстати. Ну так, если что-нибудь еще.
Так, ну, начнем с ПМ. Q3 Lex. 53.9 play. Три хп. Да. Немного фейлит. Да, ну такие демки отправлять на самом деле не стоит. Потому что... Какую тут аналитику можно провести? Он просто упал много раз в одном месте, из-за этого такой тайм. И здесь врезался. И здесь. Ну, если он часто играет, он автоматически будет стараться лучше. Да, но здесь, видимо, он очень мало играл. Очень мало играл в Q3 и очень мало играл в CPM. Может быть, ему не понравилась карта. Или что-то типа того. Вот, следующий игрок это... BST, RX8, Руша, Санкт П, Руша. Руша. Так, 47.8, play. Захейлит. И не знал, что это возможно. Ну, 2x взял. И он зацепился. Он очень неуверен, игрок. Ну да, возможно, редко играет. Да. Ну, бывает. Ну, неплохо. Ну, получше, да. Не падал много-много раз. Как Кутрилекс. Вовка. 37.2. Плей. На 10 секунд. Таймскин ингерпот. Бывает. Да. Он играет это 2x как в Q3. Угу. Очень странно. И пока никто еще не сделал буст на старте. Ну, финиш можно было бы и получше. Можно было бы не останавливаться. Ну, его перебил за 5 секунд. Ethereal U. Давай. Давай, плей. Село Давалкино. Делает плазмахоп. И хороший 2x. О! У него была слишком скорости. Слишком много, да, скорости было. Слишком много, да. Лишние рокет-джампы. Очень много лишних движений. Что я могу сказать? Волканоид. 28.0, play. Да, он прыгает на клиппинг. Угу. Лучше, чем Вуди уже. Да. Потерялся всю скорость, потому что он взрезался. Он... Стена. Стену. Ну. Конца хорошая. Да, конец неплохо сделал.
Gmug.25.9 play. На 2 секунды перебил. Использует другой рот. Лишний прыжок сделал на курве. Можно было без прыжка просто соскользнуть. А финиш хороший. Финиш вполне себе. Перебил на 700. The Violence. Угу. Play. Маленький плазмокус сделал. Да, думаю. Неплохо. Использует совсем другой рот. Курву хорошо прошел. Да. И финиш хороший. Хорош. Ну, это не гениальный ран, но это было совсем хорош, я думаю. Да, нормально. Так, про кипоп. 24.8, плей. Быстрый старт. 2х сделал. У тебя есть офлайн чеки? Чекпоинты? Да. А, у тебя офлайн демка, да? Да. Я не уверен. Да, у тебя. У него был плюс от тебя какой-то? Я не знаю. Я не понимаю. По-английски, пожалуйста. Did he have some plus on checkpoints? No. No? No. Минус только. Ну, все еще хороший рам. But he did 2x. Or almost 2x. He still had minus everywhere. Okay. Let's see your run then. Later. Сергикус 24.5, play. Counter here. Here. Очень долго готовился к этому 2x. Встал там, постоял. Из-за этого потерял. Соскользнул. Он пытался сделать очень хороший рот в курве. Да. Возможно, у него иногда получалось даже. Но он решил, может, у него был до этого хороший плюс, и он решил этот ран просто закончить и уже эту демку отправил. Вот. Перебил на 2 секунд на CSGO из России. Угу. Плей. Руша. I like it. I like it. Хороший старт. Хороший клайм тоже. По-моему. Не стреляет ракету на стену. И нормальный конец. Так, дальше. Перебил на... Перебил на секунд 4? Yeah. Да, 4. Хухала. Ну, но я хочу сказать, самый наилучший мувимейкер в земле. Да, который сделает нам, будем надеяться, для мувик по third person, когда мы его закончим. Когда Demony руинит. Да. Ладно, play. С бустом. Еще буст ракеты.
использует безопасный роут в курве. Но старт был очень хороший, по-моему. Очень хороший. Да, старт очень даже ничего. Но сделал даже буст. Ну, не очень сильный, но тем не менее он его сделал. И это похвально. Хейс. Да. 25. Плей. Перебил на почти на секунду. Называется Садс, да? Да. Очень интересное имя. Воу. Использует справи рот с бустом. С бустом. Еще раз, очень безопасный рот в курве, но конец был, ну, даже ничего. Still minus. Да. Well, actually, я не знаю, I didn't look. А, окей. Okay. I will look now with the next runs. Окей. В риф. 19. Из США, да. Да. Play. Хороший чувак. Из Reflect Arena. Да, ты его знаешь. Угу. Mm, 1.5x. Очень хороший ран, по-моему. Да, очень чисто. Clearly ран. Ошибок нет. Да. Не из самых сильных ротов, но ошибок нет. И топ-3. Топ-3. Пуз из России с 18.3. Плей. О, маленький плазмобуст сделал. Не нравился. И 2х хороший. Потерял скорость и с ракетой от стены. Но конец неплохо. Курва была очень хорошая, по-моему. Да, но у тебя быстрее, да, курва? Я не знаю. Я думаю, что моя была медленная. Ну ладно. Поздравляю. Да, поздравляю, Пуза с топ-3. И следующий ран Икарус. Хороший чувак. Из Советского Союза. Из Советского Союза. Из прошлого демку нам прислал. Плей. 16.9. Две демки только у нас по 16. Приз за оригинальность. Да. Хороший 2х. И очень хорошая курва. Молодец. Good boy. Почти перебил Дональда на самом деле. Did he have plus? I didn't pay attention. Should I watch again? No. Okay. Ну, поздравляю тебя тоже. Да, Икарус молодец, второе место. Хотя мог бы и перебить Дональда. Дональд из Рефлекса, а ты из Дефрага, Икарус. Не стыдно тебе? Из Ксанотика тоже. Я начался в Ксанотике. Вот, Икарус вообще Ксанотик Рейсеру проиграл. Выгоним Икаруса из Undead и возьмем Дональда. Ладно, Дональд, собственно, 16.9, первое место. Поздравляю тебя, Дональд. Спасибо большое. Play. Let's see. Да, на курве потерял очень много скорости, на самом деле. Я был очень нервозным, потому что мой клин был очень хорошим. И поэтому я просто зафейлил курву. Да, давайте посмотрим еще раз.
Play. На наличие ошибок, так сказать. Больших. Или маленьких. Да особо ошибок-то и нет, вот только на курве медленно. Или по идее все. То есть ран в целом очень даже хороший. Но я думаю, что некоторые ракеты можно было делать, можно было стрелять от себя, чтобы скорость была побольше чуть-чуть. Тогда было бы чуть быстрее. Тогда и высота была бы меньше. Ну там в паре мест. Да, я согласен. Да, но на такой карте, когда ты хочешь просто чисто пройти хотя бы с более-менее хорошим роутом, это не так важно, потому что карта на самом деле очень неудобная, то что везде еще можно зацепиться, везде можно застрять, и спейсинги очень узкие, так что хорошая демо, что я могу сказать, очень хорошая демо. Спасибо. Окей, okay, let's посмотрим, короче, общий результат. У меня в голове русский с английским перемешивается, я не понимаю, на каком языке мне надо говорить. Вот, в общем, у нас общие результаты. FPS train, минута 23, невалидная демка. Did not finish написано, но там, как написал Димон, там было, что он упал куда-то в какой-то баг. Что-то типа в какой-то триггер он там все падал, так и не финишировал. И почему-то, видимо, он переназвал демку или еще что-то, я не знаю. В общем, эту демку не приняли, она все равно была бы на последнем месте. А так Домет получил целых 70 рейтинга. Нибула получил 69. Димон сейчас завидует, что не он. Ну и, собственно, все. Все тогда, ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо Дональду за участие в нашем великом. Спасибо вам, все. Да, тогда все, всем удачи, всем пока. Пока.